В ноябре 2016 года претерпел существенное изменение закон о содержании животных. Хочу обратить внимание, чтобы собаковладельцы особенно обратились и данный закон изучили, потому что сейчас у меня на комиссии за эти два месяца было рассмотрено довольно большое количество материалов по нарушению правил содержания животных. Поэтому хочется еще раз обратить внимание, закон обязательный для исполнения, все должны его знать. Все должны понимать, к какой категории относится собака. Все должны знать, что если собака относится к категории сторожевых, агрессивных или крупных, она обязательно в общественном месте, то есть выходя из квартиры, должна находиться в наморднике, в ошейнике, на поводке. Также собаки, которые находятся на общественной территории, должны быть обязательно с жетоном, потому что штрафы за данное правонарушение существенно выросли. Поэтому если кто-то из владельцев определенной категории собак, отнесенных к агрессивным, крупным, сторожевым, находится вне, естественно, квартиры с вышеуказанными мной нарушениями, штраф за данное правонарушение уже составляет от 3 до 3,5 тысяч рублей. То есть никаких предупреждений, естественно, мы выносить не можем, а уже наказываем довольно существенную сумму. Поэтому бдительная просьба, закон внимательно изучить.